Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы, огородники и все, кто интересуется загородной жизнью. В нашем интернет-магазине с 30 декабря по 7 января скидки 20% на весь ассортимент. И идемте со мной, как всегда, мы начнем с томатов. Немного пройдемся по магазину и расскажу о самых популярных сортах различных культур. Самый востребованный сорт, абсолютный фаворит нашего интернет-магазина, это томат Батяня. Вот. Крупноплодный, холодостойкий сорт сибирских селекционеров в кисти до 6 плодов. Его все любят, мы тоже любим. Следующий сорт. Это популярный сорт алтайский мед, также из сибирской селекции. Он у нас находится вот здесь. Это уже агрофирма «Поиск» и сибирская селекция. Среднеспелый сорт для выращивания в открытом и защищенном грунте. Плоды такой абрикосово-оранжевой окраски, также крупноплодной сердцевидной формы. И еще один из фаворитов продаж по томатам – это томат «Большая мамочка». Идемте со мной. Так. Томат «Большая мамочка», его любят за то, что он очень-очень ранний, детерминантный сорт с ограниченным ростом, то есть низкорослый, сам себя ограничивает в росте. И сочные красные плоды массой до 350 грамм. Отличный сорт. Дальше идемте к огурцам. Теперь мы с вами около огурчиков. Конечно, два фаворита – это «Герман» и «Кураж», но эти сорта знают все. Также следующие наши фавориты продаж интернет-магазина – это сорта «Бабушкин внучок» и «Огурец кустовой». Оба они корнишонного типа, отличные для засола и консервирования. Оба сорта ранние, и «Бабушкин внучок» даже скороспелый сорт, 38 дней от всходов до начала созревания плодов. И также из китайских огурцов, длинноплодных, фаворит – это китайский император, партенокарпический ранний гибрид, подходит и для открытого, и для защищенного грунта. На все-все-все 20% скидка до 7 января. Теперь пройдемте к перцам. Мы еще сюда вернемся, здесь у нас морковь, капуста, кабачок, и мы пришли к перцам. Опять же, сегодня рассматриваем только фавориты продаж, самые популярные востребованные сорта, рассказываю только про них. Перец «Богатырь» от агрофирмы «Сибирский сад». Очень популярный, урожайный, среднеспелый, крупноплодный сорт, сладкий, толстостенный, толщина стенки до 8 мм. Следующий сорт в нашем рейтинге – это перец «Бугай». Крупноплодный ранний сорт, такой, видите, кубовидной формы, желтого цвета, толщина стенки до 10 мм. Очень толстостенный, сладкий, а самое главное – холодостойкий, от сибирских селекционеров. И еще два сорта, это бивень и золотогривый лев, также от агрофирмы «Сибирский сад». Крупноплодные сорта, сладкие, толстостенные, отлично для вашего салатика. Переходим к капусте, целый стеллаж, много сортов, но опять же расскажу про самую популярную. На первом месте, конечно, это капуста белокочанная июньская, один из лучших раннеспелых сортов, очень дружное созревание кочанов, очень-очень ее любят садоводы и огородники. И еще один сорт, тоже популярный, капуста белокочанная вьюга. Ее в основном приобретают для хранения. Сорт устойчив к растрескиванию плодов и позднеспелый. Ну и выделим еще два сорта, отличные два сорта для квашения. Это капуста белокочанная «Подарок» и капуста «Бабушкин разносол». Оба сорта среднеспелых, и уже само название говорит за себя. Конечно, в ассортименте не только белокочанная, еще есть цветная, савойская, краснокочанная. Все есть на сайте, очень много сортов, посмотрите, за моей спиной целый стеллаж. И все это с 20% скидкой до 7 января.
мы с вами около моркови. И опять же, самый популярный сорт это сибирских селекционеров. И это морковь «Алтайская лакомка». Высокая приспособленность к условиям Сибири, один из самых сладких сортов, ну, за это он и популярен. Но, конечно, в нашем магазине не только цветные пакеты, есть также и семена дрожжея, семена на ленте и семена в черно-белых пакетах. Разные на выбор. Переходите на наш сайт. 20% скидка до 7 января. Пойдемте еще дальше, пройдемся по складу. И переходим с вами к редису. Опять же, самые популярные сорта. Расскажу про них. Первый, самый популярный сорт – это всесезонный, также сибирских селекционеров. Отличное качество семян для выращивания в суровых погодных условиях. Этот сорт раннеспелый. Так, немного буду подглядывать в анализ. Следующий по популярности – это редис «Жар-птица». Вот он у нас. Отличные вкусовые качества. Это среднеспелый сорт. Округлый плод, красный, мякоть белая, нежная и очень сочная. Ну и, конечно, все знают сорт редиса 18 дней, плоды цилиндрической формы, сорт раннеспелый 18 дней. Но у нас есть еще один сорт замечательный, появился в этом сезоне, редис 16-дневный, плоды округлой формы, ультраскороспелый сорт редиса. И все это с 20% скидкой. Мы впервые около стойки с арбузами и дынями, у нас еще ни одного не было обзора. Мне кажется, следует начать. Начнем мы с арбузиков. Вот они у нас здесь висят. И, конечно, опять самые популярные сорта от сибирских селекционеров. Это арбуз мармеладный. Превосходная мякоть, сочная, сладкая, скороспелый. И, опять же, для суровых погодных условий. Еще один сорт, один из популярных, это ультраранний арбуз. Тоже скороспелый, очень урожайный сорт. Ну и, конечно, все знают арбуз «Огонек». Он устойчив к пониженным весенним температурам. Великолепный ранний сорт с 20% скидкой. Ну и, конечно, дыня. Какую любят дыни покупатели? Самую сладкую. У меня в руках три самых сладких и популярных сорта в нашем магазине среди покупателей. Это дыня алтайская, скороспелый сорт, очень сладкий, сорт сибирской селекции. И два сорта, это Дина и Эфиопка от агрофирмы «Поиск». Тоже необычайно сладкие ранние сорта. Давайте добежим до гороха, покажу вам наш стеллаж. Как думаете опять, какие самые популярные сибирской селекции? Это горох фиолетовый стручок. Нежные фиолетовые стручки с зелеными горошинами. Очень вкусное лакомство и отличное украшение для приусадебного участка. Это один из самых популярных сортов в нашем магазине. И еще один фаворит – это горох 6 недель, ультраскороспелый, лущильный сорт, дружно формирует урожай. И этот, и все остальные сорта вы можете посмотреть на нашем сайте. Сейчас там приятные скидочки. И теперь мы с вами перемещаемся в сокровищницу нашего склада. Это цветы, целая отдельная секция с цветами. Здесь у нас представлены петунии. По сортам уже говорить не буду. Заходите на наш сайт. Петунии представлено более 200 сортов. Сейчас со скидками 20%. И также пройдемте дальше. Здесь у нас целый стеллаж бархатцы, георгины. И дальше пошли, посмотрите, астры. Целый стеллаж. Есть различные от биотехники, от агрофирмы «Гавриш», от агрофирмы «Поиск», игольчатые, помпонные, альпийские. На сайте есть удобный фильтр, заходите и смотрите. Дальше у нас здесь представлены виолы. Сзади меня еще стеллажи. Посмотрите, вот с этой стороны стеллаж большой. Это все комнатные растения. С этой стороны у нас представлены разные цветы, бакопа, лютик, ранункулюс, матиола, люпин, гадеция, столько всего, что даже не перечесть. И все это со скидкой 20% до 7 января.